Всем привет! Сегодня готовим ребра. А за вдохновением мы отправимся на реберный фестиваль. Здесь участники соревнуются, чей рецепт маринада и соуса самый лучший. А так как за рецепты выдаются призы и награды, составляющие держатся в глубокой тайне. Почерпнули опыт, теперь едем домой, чтобы повторить ребра или даже сделать их вкуснее, чем у местных производителей. На самом деле все несложно. Сегодня мы приготовим ребра в духовке и рассекретим все секретные ингредиенты нашего семейного вкусного соуса.